Сейчас я буду собирать простейшую вещь. Да. Ой. Это лампочки. Почему простейшую и почему собирать? Потому что ее работник в магазине очень быстро разобрал. И мне уже только обратными действиями это все вернуть в исходное положение. Так, у нас стойка сама основная. Галогенные лампы. На стойке или с стойкой. Продавец очень хотел их продать, а мы их очень хотели купить. Проще быть. Стульчик тебе помочь? Поставить туда. Сейчас. Сейчас помогу. Этот, да? О. Так, только там это, осторожнее ножки. Опа! Вот такой желтый цвет, Борис. Алло. Ну, он чуть-чуть. Ну тот вообще оранжевый был. Да? Да, шикарная. Так. Классная, как на Марсе. Тоже до конца, сейчас, да? Сейчас. Это уже расслабить. Опять я не вижу. Не я надо. Так, я так буду видеть. Это уже расслабить. И вот так она. Может там барашки. Она таких шарнирах еще сама собирается. Барашки какие-то есть. Вот вообще-то ее. До конца. Нет, все до конца. А, до конца не надо, да? Так что ли? Что это будет? Да. Нет, так не надо. Так какая-то летучая мышь. Да, еще, вот еще, еще можно ставить. Вот чуть-чуть вот такая. Да, чтобы они ножки стояли, видишь, они раздвигаются. Вот, вот так, да. Квадратик впиши. Да. А, так она еще здесь стоит? Нет, здесь не стоит. Здесь не стоит. Вот так сделать, да? Это да, примерно 60, да. Как там. Как ее закрепить? Сейчас, вот. А, вот так. Да. Ну, отлично. Шикарно. У тебя там есть где подключить ее? Она, наверное. Да. В принципе. Подожди, может там штырек тоже нужно ей уже закреплять? Нет. Нет? Ты имеешь в виду вот этот? Нет, нет, который будет входить. Вот выше, ниже делать, который. Это вот. А, это отдельно, да? Да. А, все. Это есть. Все, отлично, вот так сделай. Еще повыше. Да, включается. Смотри, чтобы повыше не было, да. Так я сейчас сделаю меньше, так. Не, ну чтобы она на уровне человека была. Хорошо, мы потом опустим. Угу. Так. Шикарная стойка. Сейчас как включим галогены. А здесь немножко можно, да? Да, пока так. Не, ну это уже далеко будет. Вот так, да. Глаза как даст. А, это откручиваем. Шикарная. Такая, да, она даже мощнее, чем я думала. Ну, она вроде устойчивая, да? Четко. Ну, вроде да. О! Сколько она килограмм? Килограмм? Ты говорил 10. А, ну весь общий вес, наверное, килограмм 10. Угу. Лариса подключилась к тебе. Чтобы тебе легче было работать.
А то нужно говорить и все. Ну, говорить нужно и трудно там что-то делать, и говорить, я подключил. Там же другие. На помощь. Если кто заметил, это наша новая студия. Да. Ну, как студия, студия для нас. Да. А то еще подумают. От чего они студию делают. А все просто. Как нам нравится, так и будем делать, да? Угу. Эти... Они как тем, которые что-то считают. Да. Нам нравится. И все. И ты. Сколько она в эйси стоит? Ты читала 500, по-моему? 500, да, 5, вот 5, такая 6. Вот 500. А Ренуар ее светлина купил. Почти за полцены. Почти за полцены, да. А, за полцены той. Той. 260 ему вышло. Общее, да. Еще там 6 шекелей сайдет, там вообще 250. Нет, не она была. Он мне сделал за 280. Mm-hmm. А у меня был еще. Деньги на... Угу. Даже сценарий там завернул. Раритет. А сколько там цена? Сейчас. Пусть останется пока. Хорошо, что ты со всеми... В общем, ребята, есть... Эта стойка продается. Сколько она стоит? Отдельно. Отдельно, да. Мы подумали, а что отдельно, а потом все провода к ней какие-то что-то там делать, надо подсоединять. Сейчас он здесь намотал. Покупать. Размотал все. Все это сложно так. Да, кстати, как она отдельно идет, вот эта вся подключка. А, там какой-то приборчик еще. Подсоединить. Ну да. Надо подсоединить, да, шурупчик? Да. А что нужно, отвертку? Сейчас. Нет. И вот эти отдельно детальки все, они у него продаются, да? Да, конечно. То есть, если что, можно заменить. Но они достаточно дорогие. Это нужно закрутить. Слышишь? Сами по себе они очень дорогие. Да. Чем покупать вот всю было да, целое. Здесь под нее завести, что ли? Я не знаю. Но она и так шикарно смотрится. Че ты смущаешься? А че ты смущаешься? Их может подтянуть можно там как-то. Слышишь? Это. Да. Я еще вот эту вот рамку на место поставил, она была вот. Она была. Кривая была. Ну, ее защелкнуть надо было. Угу. Да-да-да. Потому что в эйси они ровненько поставили. А у него как скошенные глазки, как у кошки были. Так, теперь... Одну ты защелкнул, а вторая чуть кривая. Нет, она просто стоит так. А, нет, вот та вот немножко кривоватая. Нет, одинаково. Это наоборот, вот видишь как. Вот видишь, там на скос идет, а это и ровно. Это на скос. Нет. Вот скос. Здесь и здесь. Нет, это ровная, а та на скос идет. Ну посмотри же. Вот это же ты, ну конечно. Ну пост... это. Ну так ты ее ровно поставь как ту. Сейчас мне нужно. Ты что-то там щелкнул. Это я рамку закрепил. Ну вот и там закрепи ровно. Почему она на скос? А, потому что здесь видишь, с какой стороны вход. Ну шнура. И что? Вход шнура. Ну и что? Почему она такая кривая? Почему она такая кривая? Потому что здесь... В эйси она ровная. И там вход шнура есть. Ты что-то сейчас щелкнул. Это я рамочку вот эту одел. Рамочку одел. Ну так и там одел. Подожди, дай мне сейчас я сюда укреплю. Хорошо? Какой-то бред. Почему? Потому что она кривая. Ну и что?
А когда она будет освещенная... Ты хочешь сказать, что это дефект какой-то немножко? Ну, а это... Потому что когда ты мне ее показывал, там две одинаково были смещения. Сейчас их ты... поправить можно элементарно. Ну, поправишь. Так я сначала закручу, поставлю на... А вот видишь, он втыкается в какую-то штучку. Вот. Сейчас посмотрим, как ты поправишь. Может, там другое отверстие есть. Сейчас посмотрим. Так, ее видно, видно. Шикарная штучка. Закрепил. Так. Вот видишь, одна рамочка ровненько как-то стоит. Рамочка стоит. А, я поняла. У нее да, наклон там какой-то непонятный. Или в другую дырочку. Она вот. Нет, в принципе, в ту. Сейчас. Здесь она стоит плотно. Здесь нет. Вот здесь она. Где-то она там смещена. Сейчас, сейчас. Там что-то щелкнуло, она так. Это чик... я куда-то вот. Нет, вот это, видишь, она ровненько дел. Параллельно стоит, а это нет. Параллельно желтый. Я понял. Или я что-то это зависит, вижу. Это зависит от этой. Нет, угол такой же. У такой нее. Же, да. Конечно. Нет. Вот ты можешь подойти и посмотреть? Нет, ты. Видишь, одна кривая, другая ровно стоит. Мне же ты не видишь. Я прям... Потом мы с тобой исправим. Нет, я... можно ее вот выкрутить. Выкрути. Вот эту? Да. А может еще одна дырочка есть. Вот здесь открути, расслабь ее. Ну, расслабь, расслабь, расслабь. Выровни ее и закрути. Да. Еще, еще выровнять, да, да, да. Еще надо. Нужно плоскогубцы взять. Или ключик. Ключик взять, чтобы ее... А у нас есть же такие ключики, маленькие. А это я потом уже отрегулирую, постараюсь. Ну, хорошо. Ключиками. Сейчас, главное... Я включить правильно. У тебя там удлинитель нужен. Правильно? Да. Если достанет, если нет, я... Достанет. Чуть-чуть я продвину. Ну, есть ключалка? Да. Нет. Нет. Тебе в глаза сейчас будет светить. Ну, ничего, я закрою. Сейчас. Так. Может, закручивать? Может, так. Вау! Ой-ой-ой! Ярко, да? Да, чего? Ну, галоген же, Ларис. Это можно ее, наверное, наверх поднимать надо. Вот так, наверное, да. Галоген. Но это нужно регулировать сначала. И, возможно, в сторону как-то вот так. Ну, короче говоря, смысл есть. Смысл понятен. Ого, да? Это на большой территории. Они вверх могут стоять. Да. Я выключаю? Ура! Зажгли, да. Елочка, зажгись. Аж это мелькнуло от нее, как от летающей тарелки. Ну, так она так и есть, летающая тарелка. А вот это для шнура. Я так понял. Фу, у меня аж глаза ослепли. Предупреждал. А, это телевизионная.
То есть это вот где-то для... А ты думала, что это? Я ее сюда поставлю, да? Да-да-да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Елочка. Сейчас смотрю. Обалдеть. Вот такой пейзаж. Так, и нужно хотелось бы, чтобы она... Нормально она стоит. А? Нормально она стоит. Нормально? Да. Ну, пусть так стоит. Какая разница? Да. Видишь, один глазик у нее какой-то. Вообще, такая техника в квартире, это вообще... Хочется чуть-чуть его приподнять. Вот. Но я потом уже отрегулирую, да? Сейчас главное было... Смотри, как шикарно смотрится, я же тебе сказала. Обалдеть. О-о-о. Вообще. Сейчас очки, я не могу. Осторожно. Ну-ка. Да. Шик блеск, тру-ля-ля. А, ты повернула камеру. Конечно, повернула. А вот так. Так тоже. Есть что-то интересное. Так. Это. Пакет. За какой заплатил? 40 огород. Идем. А? Идем, вот мне останусь. Я? Я мы? Сейчас. Как? Сейчас, подожди. Ты хочешь сфотографироваться? А, ты не, на нее отвернул? Вот. Сейчас меня видно? Да, да. Вот ты иди сюда. Конечно, я уже все установил. А мне сесть нужно за нее? Вот и садись. Как продюсер, и что, и толку надо... А, это же видео. Я думал, что это... Улыбочка. Улыбочка. О, я-я. Сейчас я, извиняюсь. Очки. А? Hello. Hello. Что же hello? Ну все. Все? Договорился. Короче, спасибо. Нам. No. Вам. Всем. Спасибо большое за то, что у нас это есть теперь. Да? Все. Уфин жест. Верхний. А, верхний. Пока. Bye.